Добрый день, коллеги! Сейчас мы находимся у Совета министров. Здесь проходит торжественное мероприятие, посвященное профессиональному празднику работников торговли. За высокие показатели индустрии и добросовестный труд министр промышленности Андрей Васюта наградил почетной грамотой начальника управления торговли и бытового обслуживания населения Сюзанну Азаматову. Сюзанна Селяненко, расскажите более подробно, чем вы занимаетесь. Наше управление занимается тем, что это создание благоприятных условий для обеспечения населения услугами торговли, бытового обслуживания. Это анализ потребительского рынка, насыщение потребительского рынка. Также мы поддерживаем местных товаропроизводителей в производимой ими продукции на территории Крыма, города Симферополя. Также мы содействуем развитию предпринимательской деятельности и ярмарки в городе Симферополе также реализует наше управление. Поделитесь, пожалуйста, секретом, что нужно сделать, чтобы достичь таких высот, и вот среди всех выбрали именно вас. Это, я думаю, прежде всего это труд, профессионализм и самоотдача. Спасибо огромное, Сюзанна. Наша съемочная группа, в свою очередь, тоже поздравляет всех работников торговли с их профессиональным праздником. Студия.